Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы находимся в Голубицкой, Азовское море, раннее утро. И вот уже утром люди приезжают. Очень хорошее время для купания. Тихо, спокойно. Это мы находимся на центральном пляже Голубицкой. Смотрите, вот там человек нашел медузу. Я сегодня проходил, парочку нашел уже. Но их очень мало. Практически нет. Вот это все любители раннего, так сказать, пляжа, как я. Потому что, посмотрите, очень хорошо. Море чисто. Вообще шикарное. Уже теплое. Даже сейчас давайте подойдем, посмотрим. Вот посмотрите. Я вообще не вижу ни одной медузы вокруг. Обычно, когда они есть, они валяются по всему пляжу. Я даже не знаю, где он ее нашел, эту медузу. А вот, я вижу ее. Я вижу ее, друзья. Вот она плывет. Все. Нашел, да. А мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы сейчас возьмем и прогуляемся по пляжу дальше. Вот от центрального пляжа и вот туда пройдем. Посмотрим, как там дела обстоят. Есть ли там медузы или нет. Вдруг здесь нет, а там есть. Давайте посмотрим. Здесь у нас есть такое интересное место на центральном пляже. Вроде бы с виду кажется, что это какая-то разруха и так далее, да? Но на самом деле это очень такое место антуражное. Я бы даже не хотел, чтобы это убирали. Здесь, получается, можно загорать. И мне чем оно еще нравится? Здесь на море нет такого плеса воды, как вот на наших реках, облотку, кто, да, кто рыбаки, поймет меня, о чем речь, а камни. И вот я сюда часто прихожу послушать вот этот именно шум. Вот видите, да, здесь фонтанчики есть. И вот не хватает в Голубицкой именно такого шума воды, бьющегося о камни, как вот на Черном море, журчание воды. Я думаю, вы поймете, о чем речь. И вот именно в таких местах это можно услышать. Вообще шикарное место. Скоро здесь будет очень много людей. Но я специально иду пораньше, чтобы тут не сжариться, да, вот если в обед пойти будет, когда куча людей, то будет не очень комфортно. Очень хорошее время, раннее утро, очень хорошее. Пройти здесь можно, разувшись. Вот я разулся. Прибой создает пену. Здесь я часто снимал вот эти места. У меня есть такие весной ролики о пляже Голубицкой. Вот это то самое место, где там бесплатный аттракцион для детей, посмотрите. И действительно, это и есть бесплатный аттракцион. Даже сейчас дети там играют. Видите, да? А весной здесь играла моя Риточка и местные дети. Очень хорошо. И вот недавно мы были в Феодосии, я снимал пляж. Посмотрите, один в один, только в Феодосии немножко он шире. Ну как немножко, раза, наверное, в три шире. Но точно так же Феодосия, она идет вот так в длину, и Голубицкая то же самое. Длинные-длинные пляжи. Вот насколько видно, где корабли стоят, это все пляжи Голубицкой. На любой вкус. В общем, удивительное место. Так, и пока я вот вам показываю, пока медуз я не вижу. Коряги здесь у нас антуражные есть. Море
начинается всего, вот видите, вот чуть ближе к дневному времени море начинает волноваться. Днем уже появятся волны. Но они, может быть, не сильные, ветер сегодня не такой сильный, но они могут быть. Поэтому вот утром и хорошо гулять, и вечером еще, кстати. Тоже море стихает, особенно на закате. Здесь ради этого только стоит Голубицкую посетить. Ради заката. В общем, на сегодняшний день просто очень хорошо. Единственное, что в этом году какие-то интересные водоросли. Я даже не знаю, как они называются. Морская капуста или что-то. Но немного их, совсем немного. Я вот ранним утром снимал море, там вообще прозрачная вода. Да и сейчас я бы не сказал, что она грязная. Вот еще одну медузу я увидел. На берегу их вообще не видно. Вот просто нет. Я вот сколько иду, вам показываю специально. Пока не вижу. Так что вот такая обстановка на сегодняшний день. Море теплое. Вот еще одну я увидел медузу. Море чудесное просто, друзья. Я уже накупался. Вообще шикарно. Оно и с утра теплое, не переживайте. Вот приходите, кто-то утром думает, что холодное, ничего подобного. А вечером вообще классно. То есть солнце уже не жарит. Вечером, ну, после 4 и вот до вечера, пока не появятся комары. Тут бывает такое, комары. Но тоже зависит, ветерок дует и так далее. Но они ненадолго, они как-то появляются так. На час, там, может быть, на полчаса. И раз, они пропадают потом вообще. Можно дальше гулять. Многие этого не знают, попрячутся по домикам и сидят. А на самом деле можно дальше гулять. Красота. Вот такой будет ролик короткий. Пока я медуз не вижу. Потому что одна жительница написала, говорит, огромные медузы. Я вообще вот, ну вот в прямом эфире. Вот еще одна маленькая-маленькая медузка. Вот я вам даже подойду, покажу. Если... Видите, вот она плавает, да? Ну вот я прохожу, какая по счету, я даже не помню. 3-я, наверное, да? Или 4-я. Я даже не считаю. Вот. Пока все чисто. Вот такая обстановка на сегодняшний день. Я сейчас уже пойду домой. Специально показал вам, что все в порядке. Кто планирует отдых, смело приезжайте. Пока точно здесь все хорошо. Всем удачи, счастья. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии свои. До свидания.